Привет. Ребят, короче, у нас такие вот дела. Муж сделал вот такие вот полки. Сейчас мы их будем красить. Это для того, чтобы обувь сушить. Вот сюда ставить. Мы печку тут каждый день топим, ставить. И от печки будет обувь сохнуть. И вот сейчас буду я их белый цвет красить. Вот такие вот полочки. Там тоже полочку сделал. Потому что сейчас зима, надо обувь сушить. Да, Маш? Все, все на улицу гулять. Все, сейчас будем красить. Так, дорогие друзья, дальше показываю. Решила закрасить девочек под койкой. Ну, там стенки, они там ногами бывают, делают. И смотрю, что-то темное стало. Решила закрасить. Так как у нас музыка дома играла, я решила звук наложить позже. Видите, веселая, танцую. Ну, вот в целом, такое под музыку веселье у нас такое происходит. И вот немножко решили обновить стенки. Дети как раз на улице были, старшие только дома были, ну, а я веселюсь, танцую, отдыхаю, по-русски говоря. Вот сейчас все стены закрашу, и будет классно. Если кому интересно, оставайтесь с нами. Всем желаю всего самого хорошего, всем желаю добра и счастья, и здоровья, самое главное. Желаю приятного просмотра. Дорогие друзья, покрасили мы полки, но некоторые полочки мы, видите, не закрасили. А именно вот эти вот несколько полок мы сюда будем стелить кусочки линолеума, чтобы обувь на нее ставить. Так, мне кажется, будет лучше. Напишите, как вам нравится или нет. Так, у нас сегодня, короче, на обед, на ужин суп рассольник. Муж варил, пока стены красили, сварил суп. Тут цветы у меня стоят. А на улице у нас зима, дети уже погуляли, сходили. Сейчас вот зашли домой. И компот. Многие спрашивают, развожу или нет его. Обязательно разводим, потому что он очень сладкий, поэтому я его развожу кипяченой водой. Мне написали в комментариях, что можно разводить минералкой. Ни разу, ребят, не пробовала, надо как-то попробовать. Это компот из черемухи. Видите, вон черемух. Вот. Пьют дети, каждый день достают. Так что вот такие вот дела. Пишите, что у вас. Вперед. Ребята, пошли. Маша, Оксана, вот ты вот по сугробам ходишь, у тебя аж до самого верха, у тебя сапоги высокие. А все равно получается, что ты в сапоги снег набираешь. Как так? Короче, Оксана с Машей идут на кружок. Какой, Маш, кружок? Вышивание. Вышивание, вязание, что-то такое, короче. А мы со Светой пошли на почту, и потом надо будет сходить в магазин молоко купить. Ладно, идем.
девчонки сходили на со Светой магазин и на почту забрали посылку. На днях будем с ней снимать. Так, что мы взяли в магазине? Печенюшек ребятишкам. Лампочку мне надо было за компьютер, на рукодельную лампу. Потом 3 литра молока. И виноград. Катюшка, моешь? Катя помоет, да. Вот такие вот стоим все покупки. Также мне пришла посылка от компании Tikitex. На днях будет распаковка. Если интересно, то оставайтесь с нами. Так. На место. Бегом. Ишь ты. Заходила. Пошла она сюда. Она думала, что ей что-то вкусненькое купили. Ладно, дорогие друзья. Помойте, пожалуйста, виноград. Хорошо? Вот такие вот покупки. Девчули, садимся кушать. Что у нас сегодня будет на перекус? Это соленая рыбка вот такая вот. Селедка. И вареная картошка с луком. Тут еще дороги вы мне идею дали. Для мукбанга сделать отдельный канал. В ближайшее время постараюсь сделать, если будет интересно, я потом как сделаю, ссылочку вам ставлю, проходите на тот тоже канал, подписывайтесь. 1000 подписчиков приберем, и будет уже немножко монетизация идти. Ну, хоть чуть-чуть, хоть шока. Девочки тоже рыбу сели кушать. Рыбка вкусная, домой попалась, малосольная такая. Классно. Я сейчас чай попью. Тут еще одна рыбка есть. Пока ту съешьте, потом еще вторую нарежу вам. Вкусная рыбка. Настоящая бомба. Я просто рассольник не очень люблю. Поэтому я рыбу ела. А что, булочки уже все доели, да? Там еще баранки остались. Вы виноград-то скушали? Нет. А, Оксана еще не съела? Да, ты брала сегодня? Нет. А вчера? Да. Всем помогло. Ладно, дорогие друзья. Буду пить кофе. И буду монтировать для вас влог. Кофе. Что-то мне вот этот кофе в последнее время не очень стал. Напишите, какой кофе вы пьете. Какой интересной марки. Вкусное прям кофе. Капучино. Или что-нибудь такое вкусняцкое. Пишите мне, пожалуйста, название, а то я в кофе что-то не очень разбираюсь. Я всегда беру самое дешевое. Поэтому хочется какое-нибудь вкусное попить кофе. Сейчас молоко надо достать. Машенька, да я достану, пожалуйста. Хреновина тут еще стоит. А что, огурцы уже банку доели? Да, доели. Нифига вы. Шустрые. Они вкусные. А? Они вкусные. Вкусные огурцы. Они каждый день то огурцы достают. Ну, огурцы банка дня на 3, да, наверное, нам хватает. То компоты достают из черемухи. Лучше все вот так вот. Сделали мы полку для обуви. Я сейчас я вам попозже покажу. Муж там линолеум уже простелил после того, как оно просохло. Линолеум простелил. Ё-моё, чуть-чуть пролила мимо. Ну ладно, ничего страшного. Молоко наливаю просто. Кофе с молоком, друзья. Так что вот такие вот дела у нас. Как бы вот такие вот дела. Вот такие молодцы мы вообще. Тара-та-тара-там. Многие заметили, что я навеселе. А чё, ребят, плакать, что ли? Я поправилась. Да, немножко плечо отнимается, рука бывает висит и работать не хочет нормально. А так в целом все хорошо. Че плакать-то? Господи. Радоваться на жизни, да, Маша? Ходи, раз жизнь жила. У меня сейчас позитив. Живи, как будто последний день. Вот так. Поэтому радуемся жизни.
Да, еще, ребят, хотела спросить, кто в Ишерске? Может, кто-то с семьей хочет сходить на эти, на горы, на всякие. Маша, хотите на горы сходить? Я ни разу там не была, на Поминёны, там еще какие-то горы. Не знаю туда дорогу. Если кто хочет с семьями сходить, напишите мне в личку, вместе сходим, потому что я не знаю туда ни дороги, ни пути, как туда идти, как что. Я ни разу не была, и вот мы с детьми, как бы со старшими, хотели бы сходить. Если интересно кому-то это предложение, то напишите мне в личку. Да? И выходные сходим. С семьями соберемся, купим что-нибудь, вкусняшек с собой. Да? Дети согласны. Я, видите, я за всю жизнь, вот что я здесь живу, я ни разу никуда не ходила. Я не знаю даже, где это. Нет, по фоткам у всех вижу, все ходят, красота, все. Но вот сама ни разу туда не ходила. Вообще ни разу. Вообще ни разу не ходила. Вот с того времени, как я сюда приехала, я вообще не знаю, где и что и как. А, какая вкуснятина. Ладно, дорогие друзья, у нас уже вечер. Сейчас девочки поедят. Там мультики. Мультики интересные, да? Девочки мультик смотрятся, а я пойду монтировать. Ладно, буду прощаться. Всем говорю, будьте чуточку добрее. Не надо гадости, злости писать. Давайте будем чуточку добрее, и тогда будет весь мир классно. Будет позитив, и только все хорошо. Ладно, всем говорю пока-пока.